Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор микрогранулы полиэтилена зеленые. Полиэтиленовый скраб из синтетических микрогранул – это самый часто используемый скрабирующий компонент в косметических средствах. И не только, ведь микрочастицы полиэтиленового порошка добавляют зубные пасты и даже средства бытовой химии. Микрогранулы полиэтиленового скраба обеспечивают избирательное тщательное сшелушивание с поверхности кожи кератиновых кожных чешуек, не травмирующие кожные покровы скрабирования, ведь абразивные частички полиэтилена имеют мягкую пористую структуру с округлыми формами, очищение кожи от загрязнений, а также от сальных выделений. Механическое массажное воздействие на кожу позволяет улучшать ее эластичность. Массажные свойства частичек полиэтилена используются в антицеллюлитном мыле и в массажных процедурах. Полиэтиленовый скраб не травмирует кожу, так как не имеет сколотой, угловатой поверхности, как многие натуральные скрабирующие частицы. Эстетическую, на взгляд, привлекательность самого косметического продукта. Область применения такова. Гели для душа, которые содержат полиэтиленовый скраб, великолепно очищают кожу, освобождают кератиновых чешуек эпидермиса. Жидкое мыло, очищающие пасты для рук позволяют обеспечить быстрое тщательное удаление грязи. Твердое мыло микрогранулами полиэтилена варят как мыло-скраб или инцеллюлитное мыло. Спа-салоны применяют полиэтиленовые скрабы и для очищения кожи и в составе массажных смесей. Зубные пасты с микрогранулами способствуют отбеливанию зубов. Вот в таком пакетике мы отправляем данный компонент нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!